Сейчас я, может быть, я поймаю его, гудит. Я думаю, неужели мы отходим? Очень громко, да. Нет, так, даже когда мы отходили, ну, а потом думаю, может, с нами рядом теплоход, думаю, ну, не так близко. Посмотри, что делает. Вау! Он прямо орёт. Ночуем здесь. Почему? Даже так... если отходит, он так не гудит. Да, пока он в 11 вечера, так гудел, уже люди спят там некоторые, да? Нормально. Сейчас снова будет гудеть. Что-то слышно. Они же не выключили. Могут проверять? Смотрите, они здесь все выключили, да? Они же танцевали. Ага. Сейчас танцевали. Слушай, может, что-то случилось? Что-то случилось, вот у них танцы были, они не закончили эти танцы. Они учили танец. Интересно. Как тревога какая-то. Вон наши идут. Ура! А где Оля? А я думала, вы вместе раз 7 гудил. Слышал? Наш или что? Наш. Они даже музыку убрали, они танцы были. Вот снова играют. Мне кажется, это тот или тот уплывает какой-то. Нет, так наш. Он нас содрогается, когда гудит. Он в 11 вечера так. Нет. Потому что уже было такое, что он гудел. Опять! А, это, наверное, он и гудел. Это Европа. О, Олечка, мы тебя же ждем. Ничего себе! Что же такое? Все побежали на небо. Просто как будто что-то случилось, реально. Может, он предупреждает, чтобы он нас не врезался. А вдруг он хочет нас врезаться? Он в тот раз тоже гудел, я помню. Не, ну я понимаю, те отходят, гудят. А... Мы-то почему гудим? Ну как бы, это же одна компания, может друг другу привет, как бы привет. Ой-ой-ой, типа, как красиво. Свистят! Ух! Машет. Как здорово! Пошли скорее! Европа! Вау! Машут телефонами все. И там тоже машут все телефонами. Я на следующий год на нем поеду по Дубаю. Вернее, по Арабским Эмиратам.
заяц какой. Красавец. Ну что, happy birthday опять? Happy birthday to you. Мы его туда проталкиваем. Или можно, ну, вообще, да, вот так вот. Тогда не нажмите, оно сразу. А пошло, пошло. Сейчас, Айришка же пошла. Придет еще раз, все. Она пошла в бар? Да. А что, ее не обслуживают? Просто, не гонять. А, да-да, тоже правильно, да-да-да. Ой, как вкусно с лимончиком.